Новые детские площадки установят в городском саду и парке Победы. Таким образом, продолжается развитие парковых территорий и создаются комфортные условия для детского отдыха. Городской сад – одно из любимых мест отдыха всех горожан, и в том числе самых маленьких. Для детей здесь почти каждые выходные проводят праздники, устанавливают новые карусели. Например, в прошлом году появился автодром, а в этом – карусель «Калипсо». Еще одно место притяжения – детская площадка. Состояние старой оставляло желать лучшего, поэтому на ее месте сейчас устанавливают современный комплекс. Он разноуровневый, разноплановый и для разного возраста. Будет три больших качели, тоже для разного возраста. Там будут и всеми любимые плетеные гнезда для детей, и обычные качели, к которым все привыкли. В другой половине детской площадки мы начнем монтировать детский игровой комплекс для маломобильных групп. В другой популярной зоне отдыха, парке Победы, также недавно демонтировали старую площадку. Это вызвало беспокойство среди родителей, поскольку поиграть сюда приводили детей даже из других районов. Но площадка была уже небезопасна, и скоро здесь появится комплекс, напоминающий самолет. Площадка очень нужна, детей очень много приходит, поэтому площадка очень нужна детская. Надеемся, что будет хорошая площадка, будет побольше каких-то вот для таких детей маленьких совсем, чтобы там что-то потрогать, подвигать. Кроме установки детских площадок, продолжается благоустройство зон отдыха. Так, в парке Победы появился пирс с удобным спуском к реке. В городском саду планируется отремонтировать пешеходную зону возле детской площадки и устроить дополнительное освещение. Также линия наружного освещения уже работает в парке Тьмака.